Мариуполь. Последнее десятилетие 20 века. В этом выпуске нашей программы представлено несколько популярных артистов, которые давали концерты в нашем городе в 90-е годы. 17 сентября 1993 года на сцене Дворца культуры металлургов комбината имени Ильича Барри Алибасов представил мариупольцам шоу-группы «На-на». Держаться словно талый снег. Где же поина твой серебристый смех? Прячешь ты глаза от меня, и уже среди бела дня ты с другим целуешься при всех. Сентября 1993 года на праздновании Дня города пел заслуженный артист Украины Павел Зеброн. Каштаны, 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 Софії лаври хрести, кияни, 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 ви сестри мої. Брати, я з вами в дощі снігопади, у черзі за щастям стою і лаю по київській владу, і горілку по київськи п'ю. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати. Хрещений батько мій, хто хрещатик, хто хрещатик. 25 октября 1997 года во Дворце культуры металлургов состоялся концерт Игоря Крутого и Ирины Аллегровой. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое. Я тучи разгоню руками и в прошлое закрою дверь и спрячусь за семью замками. Ты не ищи меня теперь. Я тучи разгоню руками и в прошлое закрою дверь и спрячусь за семью замками. Ты не ищи меня теперь, ты не ищи меня теперь. 24 марта 1998 года во Дворце металлургов с концертной программой выступил Валерий Меладзе. Смахнув ты змеешься опять. Время
25 октября 1998 года во дворце «Металлургов» завода «Ильича» состоялся концерт группы «Золотое кольцо» при участии Надежды Кадышевой. Ты прошли года, но мы не старые, недолюбившие, сидим усталые. Весна счастливая, а сколько красок в ней, под старой ивою течет ручей. Течет ручей, бежит ручей, и я не чай, и ты не чай. Течет ручей, бежит ручей, и я не чай, и ты не чай. Лишь только помнится, как мы лопатели, не стали все-таки людьми богатыми. Рядились простенько, гуляли все гурьбой, теперь я с проседью, а ты как лунь седой. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. 13 сентября 1999 года посетителей ночного клуба «Коралл» развлекал своим пением Гарик Кричевский. Я часто шел тебе наперекор, и, может, зря потратил много лет. Бывает очень стыдно до сих пор за громкие мальчишеские «нет». Ты отвечал, зачем и почему, сверяя жизнь по солнечным часам, и точно знал, как много я пойму, когда услышу слово «папа» сам. 21 сентября 1999 года на стадионе «Азовсталь» пела народная артистка Украины София Ротару. Она посетила Мариуполь в рамках всеукраинского тура «Выбираемо майбутнє». Над землей летели лебеди солнечным днем. Было им светло и радостно в небе вдвоем. И земля казалась ласковой им в этот мир. По птицам кто-то выстрелил и вырвался крик: «Что с тобой, моя любимая? Отзовись скорей! Без любви твоей небо все грустнее». Конечно, здесь была представлена только очень малая часть артистов, музыкальных и театральных коллективов, которые приезжали в наш город на гастроли в 90-е годы 20 века и баловали своим искусством мариупольцев.